Здравствуйте, товарищ Рыбалов. Сегодня хочу предложить вам вместе со мной распаковать только что прибывшую посылку. Доставлялась она Почтой России. В Волгоградскую область она приехала буквально за 4 дня. В этой посылке я заказал много чего интересного. Хоть посылочка небольшая, коробочка, но тем не менее у меня очень интересные и одна достаточно дорогая вещь. Ну, давайте посмотрим, что я там заказал. Коробочку я уже вскрыл. В этом заказе ко мне приехали такие вот интересные приманки от компании Berkley. Называется Holy Billy в размере 12 сантиметров, то есть 5 дюймов, то есть, извиняюсь, 13 сантиметров. Вставляется в упаковочке по 3 штуки. Очень хорошие приманки для ловли щуки. Хорошо работают, уже проверено. Также не удержался и заказал вот такие вот твистеры от компании Sprout. Называется Kindo в размере 110 мм. Также прекрасно ловит щуку. Отличная приманка. С очень хорошей, интересной игрой. Отлично работает как летом, так и осенью. Еще одна уникальная приманка от компании Forsage. Приманка называется Fat Worm в размере 10,5 сантиметров. Такие вот толстенькие червеобразные виброхвостики из съедобной мягкой резины. Прекрасно подходит для ловли щуки. Еще одна приманка от компании Sprout. Приманка называется Kuro в размере 80 мм. Очень реалистично изготовлены из очень эластичного, хорошего, прочного материала. Такие вот виброхвостики. Хорошо работают как на ступеньке, так и на равномерной проводке. Также не мог удержаться и не заказать такую вот интересную вращающуюся блесну. Не хочу доставать из коробки. От компании Sprout. Называется Shinzu. Первого номера. Весит 3 грамма. Идеально подходит для ловли фактически всей хищной рыбы. Также есть более крупные тяжелые варианты. Отличные блесна, легко заводятся, хорошо летят. Еще одна очень интересная блесна от компании Extreme Fishing. Блесна называется Absolute Obsession второго номера, весит 2 грамма. Помимо обычного лепестка, у нее имеется не обычный сердечник, а вес придает такая вот металлическая рыбка. Очень хорошо имитирует малька при проводке, и также на нее отлично отзываются разнообразные хищники. Также заказал силиконовых червей от компании Berkley. Называется приманка Fat Floating Trout Worm. Они идут прямо в таком вот пакетике. Надеюсь, видите, насколько они пропитаны аттрактантом. Прекрасные черви для ловли окуня. Также есть вероятность и поклевки мирной рыбы. Очень отличная приманка. Также еще одна интересная блесна от компании Extreme Fishing. Называется Total Obsession второго номера. Весит 7 грамм. Такая вот вертушка с пулеобразным сердечником и необычным лепестком. То есть лепесток имеет такие вот выпуклости,
которые очень хорошо привлекают хищника и создают дополнительные возмущения в водной среде. Заказал интересную приманку от компании Freeway. Приманка называется Rover. Весит он 7 грамм. Длина 65 миллиметров. Рабочий горизонт данной приманки от 1,5 до 2 метров. Данный воблерок очень хорошо работает по щуке, по достаточно крупному окуню. И заказал его на замену утраченного в прошлом сезоне. Новый сезон без этого воблера начинать как-то не хотелось. Еще одна вертушечка, точнее сразу две вертушечки от компании Sprout. Называется модель Kokoro. Второго номера. Весит 7,5 грамм. То есть вертушка класса тандем. То есть два лепестка разных номеров, помельче, покрупнее. Очень хорошо имитирует, создает впечатление, что как будто одна рыбешка гонится за второй. И, соответственно, одна из них является привлекательной и легкой добычей для хищника. Так что, кто не пробовал ловить на тандемы, настоятельно рекомендую. Очень хорошо работает. И также заказал бюджетных приманок от компании Акара. С продукцией Акара, я думаю, уже многие познакомились. Также они выпускают и вращающиеся блесна. Очень хорошего качества и по небольшой цене. В данном случае блесна называется Action Series Long первого номера. Весит она 5 грамм. Хорошо летит и прекрасно ловит рыбу. Также не мог не заказать такие вот замечательные приманки от компании Bass Assassin. Приманка называется Tiny Shed в размере 5 сантиметров. Представляет из себя таких вот головастиков с шедообразным телом. Можно сказать, что это слаги, но немножко такие своеобразные. Как по прошлому году, очень хорошо работали по окуню. Также отличная вертушка от компании Акара с интересной формой лепестка, с пулеобразным сердечником. Называется серия Bullet. В данном случае третий номер. Весит она 8 грамм. Хорошо ловит щуку и крупного окуня. Еще одна немаленькая приманка из серии Action. В размере, то есть блесна называется Long. В данном случае третий номер. Весит 12 грамм. Идеально подходит для ловли средней и крупной щуки. Еще одна интересная приманка от компании Freeway. Приманка называется Poltergeist. Весит она 11 грамм. Длина составляет 82 миллиметра. С заглублением от 1 до 1,5 метров. Такой приманки у меня не было. Была у товарища. И он на нее очень успешно отлавливался на протяжении всего лета. Ну, глядя на него, решил приобрести себе такую же. Очень интересный воблерок. Самое главное, недорогой. Ну да, перейдем к самому главному, ради чего, собственно говоря, и был сделан заказ. Как уже, наверное, многие догадались по коробке и надписи. Это
Мультипликаторная катушка Дайва Лекса. В 300-м размере. С увеличенным передаточным числом. Катушка весит 295 грамм. Имеет 7 подшипников, то есть 6 шариковых и 1 роликовый. Передаточное число у данной катушки 7,1 к 1, то есть за один оборот ручки она способна наматывать 82 сантиметра шнура. Нагрузка на фрикцион максимальная 11 кг. Достаточно мощная катушка. Оснащается данная катушка, точнее имеет магнитную систему торможения с фирменной запатентованной системой тормозов от Дайвы. Если не путаю, то называется данная система Z-Force. Данная катушка предназначена для ловли на крупные приманки. Эта катушка будет у меня стоять на моей палочке от компании BFT Raptor, который тест до 150 грамм, который буду использовать под средние джерки и под крупную резину. И вот как раз под нее такая вот мыльница. Как видите, вот такая вот магнитная система магнитная система торможения. И также имеется стационарный индуктор. По сравнению с Татулой, у нее он подвижный, он ходит по оси вверх-вниз. Здесь он единый целый со шпулей. Катушка, можно сказать, легендарная. Они очень много положительных отзывов любители ловить на крупные приманки. И вот эта вот система торможения, фирменная дайвовская, очень хорошо справляется даже с большими весами. Вот по опыту использования Дайвы Татулы никаких бород. Также, надеюсь, и здесь ничего не будет. Кнопы достаточно приятные, выполнены, судя по всему, из резины, но резина такая, что кнопы сами липнут к пальцам. Глазок лесоукладывателя отключаемый. Приятный ход. Регулировка осевого тормоза без микроклика. Но, в принципе, я насчет этого не очень критичный. Отличная катушка. Я думаю, прослужит очень долго. На весь товар я оставлю ссылочки в описании. Кого интересует, переходите, приобретайте, что кому понравилось. Также магазин мне выделил промокод, по которому новые покупатели, которые еще не являются клиентами данного магазина, с использованием моего промокода, который также будет в описании, получат на первый заказ скидку от 5 до 20% на более чем на 100 брендов. И также в первом заказе они от магазина получат скидочную карту постоянного покупателя, активировав которую, они получат более интересные скидки. Так что, кому интересно, переходите по ссылочкам и приобретайте. Спасибо за внимание. На сегодня все. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну или кому не нравится, ставьте дизлайки. И пишите комментарии. Всем пока.